Мишагирахастахи асати расат катха накаттати яд бхагаван адхакшажо тадева сатьям тадхайва мангалам тадева пуньям бхагавад гуно дхайям Мишагирахастахи асати расат катха накаттати яд бхагаван адхакшажо тадева сатьям тадхайва мангалам Тадева пуньям бхагават гуно дхайям. Тадева пуньям бхагават гуно дхайям. Гаурия Гоштхапати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Бхопад. Гаурия Гоштхапати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Бхопад сказал, что Акшаджа и Адхокшаджа. Люди запутываются здесь, не понимают, что к чему. Они не могут понять, что такое Акшаджа и Адхокшаджа, что такое трансцендентное и мирское. И вот в этом коренная причина всех проблем. Люди находятся в запутанности, они не могут понять, что такое Акшаджа и Адхокшаджа. Шрила Прабхупад говорит, Джива Госвами Пад приводит такой пример. И вот тот, кто может отбросить все материальные попытки, материальные усилия с помощью своих собственных органов чувств, пытаться постичь адхокшаджа-васту трансцендентное, если вот он... Этот адхокшаджа трансцендентное, оно непостижимо с помощью материальных органов чувств. Все материальные усилия, звуки, энергия, все, что есть, деньги, власть и прочее, это все бесполезно, чтобы познать адхокшаджа трансцендентное. Акшаджа значит то, что может, то, что не вечное, то, что может пропасть, разрушиться, все не вечное, зовется акшаджа. И вот под влиянием вечного времени все разрушается. Никто не может видеть движение времени. Подобно тому, как если наша мать оставила нас где-то, в каком-то месте, дала нам какую-то игрушку, куклу, чтобы мы играли с ней и не плакали. И вот это похожее состояние со всеми временными вещами. Время, оно забирает все у нас. Все наше тщеславие, все, что у нас есть, все материальные достояния, время, оно все это уничтожает и продолжает течь дальше. И все объекты нашего наслаждения, они под влиянием времени разрушаются. Никто не может знать, как время забирает все. И помещает в нас беспомощное состояние, но мы ничего не теряем на самом деле. Мы только теряем Кришну, в этом главная проблема, что Кришна потерян в нашей жизни. Только Кришна потерян в нашей жизни, ничто иное. Настоящее сокровище. И вот когда мы почувствуем, когда мы начнем сожалеть, где же Кришна, как мы можем обрести Кришну, где Гуру Вайшнавы, мы, нам нужна достаточно силы, и тогда все споры, они пройдут. И вот это состояние подлинного преданного, который... у которого есть непоколебимая вера в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И он чувствует, что он потерял Бхагавана.
Nobody can stand. Nobody can stand. All big, big все великие цари, они ушли, они умерли под влиянием времени. Их больше нет. Ваман Махарадж, маленький Ваманадев, он приводит такой аргумент. Когда Бали Махарадж говорит, ты говоришь как ребенок, что ты можешь сделать с этими тремя шагами земли, зачем они тебе, возьми больше. Ты не знаешь, что нужно тебе на самом деле. А Ваман сказал, что мне нужно что, что защитит меня, то, что будет достаточно для моего баджана, и поэтому я прошу только три шага земли. И такова формула гуру и вайшнавов. Они хотят обрести то, что им нужно, и не больше этого. Что они будут делать с этим? Я хочу получить только то, с помощью чего могу совершать служение, и этого достаточно. И вот Ваман Махарадж говорит таким образом, но Бали Махарадж напоминает нам, подумайте два раза, будьте осторожны, вы пришли к великому дарователю, тот, кто может даровать нам все, хочешь континент или страну или деревню хотя бы, возьми. А Ваманадев сказал, нет, мне достаточно трех шагов земли. Если ты можешь дать их, это хорошо, не можешь, что делать? И Вамана, он сказал, что те, кто принимают лишнее, их сила уходит. Не каждый, как Шрила Прабхупада или Бхактивинода Тхакур, или как Шрила Кешава Госвами Махарадж, не каждый такой, как Сиддхартха Госвами Махарадж. И поэтому нас предупреждают не стремиться к излишествам. Мы должны думать перед тем, как сделать шаг, нужно подумать два раза, куда идти, куда двигаться. Мы должны быть очень осторожны. Итак, время, вечное время, но забирает у нас все без предупреждения. Гуру Вайшнава, они пытаются спасти нас. Они предупреждают нас, чтобы мы были осторожными, всегда думали о нашем вечном благе. В Шримад Бхагаватам Махапуране во второй части Сукадев Госвами говорит для нас, те, кто привязаны к материальному. И вот он говорит, то, что и вот такая жизнь, она бесполезна, Махапрабху говорит. Я пытаюсь заботиться о своем теле, но что толку от этого? Это молитва Махапрабху. Без премы моя жизнь, она бесполезна. Према — это мое единственное сокровище. Према — это слово неприменимо в материальном мире, оно применимо только к трансцендентному миру, а не к этому. А если вы хотите все-таки применять это слово в этом мире, то ничего хорошего не получится. Этот мир, он непостоянен, нестабилен.
Sabira Parahostu Karai Sangstuta Purushaha Pasuhu Nayat Karna Patho Peto Jatu Nama Gadagraja Bile Batoru Pramo Vikramanaje Nasananta Karna Pute Narasya Jivashati Darduri Keva Suto Nacho Pogayati Urugaya Gatha Bharam Param Patta Kiri Tajustam Apiyutvamangam Naname Mukundo Savukaruna Kurutaho Saparyam Harelasat Kanchano Kankano Barhi atete nayane narana lingani vishnurna nirikshato je paduninam taudrumo janma bhajo khetrani nano prajato harirjo jivan chavo bhagavata mandri renurna najatu marti najatu marto Ovilabhati yastu Sri Vishnu Padyam Jaturasya Chachan Chavu yastu Navid Gandham Tarava Kingna Jivanti. What? Those trees, they are not going to live. Tarava, those trees are not going to live. They are also living. Те деревья, разве они не живут, они также живут и... Those dogs and, you know, cats, they are also not eating kya, not eating, and not passing stool and urine. This is our life. То есть просто дышать, есть и испражняться – это не жизнь. Можно видеть, животные, они тоже занимаются внешне тем же самым. Но Шукадев Госвами говорит… His condition is very painful. So Varahoshta Kharai, they are, you know, they're so painful situation. So Minkuta, Kuku, dogs, Bido, Varahoshta Kharai, you know, they are actually like pig, boar. Ostro, like camel, corn, and gada, anything, eh? Sanskuta Purusha Pasu. Where they are not going to hear all the glories of Gadagraja, Parakpara Krishna, nor hearing anything, nor yat karna patho peto yatu na graja. They never hear anything about the actual glory of Supreme Lord. Their eyes, what use? They can be compared with dog, boar, camel, this. И те, кто не слышали, не слушают о славе Верховного Господа, то что толку от жизни таких людей? И вот Шукадев Госвами, он предупреждает нас. Он снова и снова говорит нам, смотрите, какого значения в вашей жизни, зачем вы живете? Так много отреченности мы можем показать, но подлинная вайрагья, она придет тогда, когда придет настоящая бхакти. Поскольку каждый делает что-то, чтобы как-то позаботиться о своем будущем, как-то сделать что-то для своего будущего, но чистый саду никогда не думает о своем будущем.
может быть, даже голод какой-то, но он не будет заботиться о запасах, поскольку он полностью зависит от воли Верховного Господа. Сукхайо кармани кароти локо. Why people working so hard to ensure their peace? They like to enjoy, they like to lead peaceful life. This is also one kind of karma. Если кто-то хочет жить какой-то спокойной жизнью, то это тоже один из видов вожделения. Они хотят как-то обезопасить себя. Но в итоге можно видеть, что такие люди, наоборот, сталкиваются постоянно с какими-то трудностями. Рупа и Санатана, как они живут, если вы увидите, вы будете удивлены, как они живут. И вот они живут свою жизнь таким образом. Они являются пример нам своей отреченностью. Вы хотите обрести расу, поэтому я говорю так много вещей. Если вы не хотите обрести подлинную бхакти от Гуру Вайшнава, то что я, если вы не хотите обрести подлинную расу от Гуру Вайшнава, то что же делать? И смотрите, если вы следуете им, то автоматически отреченность, она явится в вашей жизни. Это не значит, что вам что-то искусственно надо делать, оно все естественно придет. И Бхагаван Шри Кришна, Он источник всех рас. И чтобы обрести расу вайраги, отреченность, она обязана прийти. И, а пока мы заняты с материальными наслаждениями, то мы не сможем обрести полное отречение. И, а когда это отречение, а когда полная непривязанность явится в нашем сердце, то тогда это произойдет. Шукадев Госвами говорил, я тоже обсуждал эту тему. И вот Шукадев Госвами, он говорит, чтобы дать нам пример. Вы можете обрести все. Мадхавендра Пурипат, он никогда не просил ничего ни у кого. Даже чапати или рис, еду никакую не просил. Если кто-то давал ему какое-то молоко, но он не просил, а так приходил сам и давал, то он принимал это. И вот этот Махапуруш, великая личность, Мадхавендра Пурипат, он колонна нашего Гаудия Бхаджана. И вот Шукадев Госвами дает такой пример, то, что мы не должны служить каким-то богатым людям, которые слепы. То есть мы не должны льстить им. И те, которые ослеплены своим богатством, они могут оскорбить Гуру Вайшнава. И поэтому нужно быть осторожными с ними и не льстить. И, как, например, если у кого-то слишком много богатства, то такие люди, они становятся высокомерными и могут оскорбить кого-то невзначайно. Но мы следуем Шукадеве Госвами и под руководством Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады мы хотим узнать, что такое подлинные юкта вайраги, чтобы обрести поддержку бхакти. И вот Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджи: «О царь, смотри, я удивляюсь, почему те саду, они льстят каким-то богатым людям. Почему? Они не могут поверить Верховному Господу. Как Видура вел свою жизнь». И сегодня мы можем видеть также пример Рупы Санатаны. Сатьям китоу ким
Kashipu prayasi. Why you are trying to arrange pillow to sleep properly? You have seen. И вот здесь говорится. Зачем вы стремитесь найти какую-то подушку, чтобы удобно спать? Смотрите, как спят саду. Они кладут руку под голову и таким образом спят. Чирнан кинг пати на санти дишанти викшам найга найвам грипа парадито сарито писусям рудха гуха кимадито авати упасанья касмад бхаджанти кавайо дханадур мадандхян Сатям китоу кинг касипу праясой баху сасиддхи опаварханы ким. Why you are going to arrange nice bed and pillow everything? Mahaprabhu used to sleep on ground. И вот Махапрабху он спал на земле специально, чтобы показать нам пример. I can discuss when time coming. Я буду обсуждать это, когда время придет. И вот много вещей также. И в итоге смысл к тому, почему мы зависим от каких-то слепых людей, которые очень горды и могут оскорбить случайно кого-то. Асатсанга тяг и вайшнавачар, мы должны помнить об этом. Я говорил о Приеврате. Почему Приеврата? Он чувствовал себя очень удобно, очень вольготно везде, очень спокойно. Почему? Поскольку проблем не видел никаких, а для других всегда какие-то проблемы, поскольку здесь говорится, что те великие преданные, которые наслаждаются тенью Верховного Господа, Его милостью буквально, мы должны находиться в тени стоп, Шигуру. И поэтому Гурудев — это олицетворение Баладев Татвы, и благодаря его заботе мы не будем чувствовать никаких беспокойств. И никакие проблемы не могут влиять на нас. Парикхит Махарадж задает такой вопрос, почему Приеврата, он возвышенный преданный, почему он вернулся к семейной жизни, могут проблемы там какие-то быть, какая-то привязанность или еще что-то. Махатам, те, кто махат, и вот те, кто находится под сенью лотосных стоп Верховного Господа или Гуру Пад Падмы, те, кто принял прибежище у лотосных стоп Верховного Господа или подлинного Гуру, то в их сердце нет никакого жжения. И вот тут там шлока, Бхагаван, прославляя его лотосные стопы и находясь под их сенью. Это не только по отношению к Приеврате, но также ко всем остальным, кто обрел милость и достиг такого блаженного состояния. Те, кто находится под сенью лотосных стоп Верховного Господа, и вот мы хотим жить подобным образом. И такие преданные, они могут жить у себя дома, но не привязываться ко всему, практиковать юкта-вайрагью, такое гармоничное отречение, и никаких проблем в этом случае не возникает, поскольку они полностью удовлетворены по милости Верховного Господа, они очень счастливы. И
И также я говорил об Адхокшаджа Васту и Акшаджа Васту. Адхокшаджа Васту и Акшаджа Васту. Акшаджа Васту находится под влиянием Мриша Гирас. Мриша Гирахас Тахи Асати Расат Катха. When you are speaking all rubbish, material talkings, all useless. Мриша Гирахас Тахи Асати Расат Катха Накатхати Яд Бхагаван Адхакшаджа. Was not speaking about Адхакшаджа Паратвара Килешвар, Адхакшаджа Васту Бхагаван. И вот если мы будем говорить и размышлять о Адхокшаджа Бхагаване, о Верховном Трансцендентном Господе, то тогда никакие проблемы не заденут нас. И вот если мы будем говорить об абсолютной истине, то все неблагоприятное, оно минует нас, и все благоприятное придет, и это путь к абсолютному благу. Это подлинная пунья. И таким образом мы можем обрести бхакти сукрити. Здесь вот слово пунья не значит только пунья. Пунья также имеет более глубокое значение. Кто же стремится к пунье? И таким образом мы ждем, смотрим и ждем. Преданные и преданность, как понять эту расу, поскольку не, если мы не поймем ее, то наша жизнь будет бесполезна. И вот из Брахмасутры мы знаем эту шлоку. Она указывает. Она как формула, которая указывает нам на нечто другое. Если это пословно перевести с санскрита на бенгали или на английский, значит, буквально, что мы должны практиковать это анандамой. И как это понять, что такое? Мы должны практиковать. Это анандамой Бхагаван. Мы должны слушать его славе, воспевать его святые имена искренне, без всякого лицемерия. И вот это Бхагаван, он Анандамой, он океан блаженства, и мы получаем совет, что мы должны следовать вот таким образом. А если мы не будем следовать этому, то наша жизнь окажется бесполезной. И вот из шастры мы уже узнали то, что мы должны следовать тем в Раджа-гопе. Шримад Бхагаватам. И вот мы должны следовать тем гопи, которые являют такой идеализм нам. И вот мы должны следовать и понять их чувства, их настроение. Вначале гунамай аваста, мане, if we like to keep ourselves in this material world, material way, если мы хотим находиться в этом материальном мире, то это плохо, в этом нет никакого толку. Вначале мы должны избавиться от материальных обусловленностей, и тогда мы сможем понять, что наша Гурварга хотела дать нам. Из-за влияния майи никто не может понять, что такое расалила. Мы можем пытаться понять, но майя, она будет отвлекать нас.
И таким образом мы должны постепенно прийти очень научным образом. Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, вся наша гуруварга, они говорят, что мы научным образом должны подойти к этому. И мы также знаем, что те гопи, они молятся Верховному Господу. И из Гопи-гиты мы знаем, о ком мы говорим. Мы должны быть очень осторожны насчет этого. Малейшее отклонение, малейшее непонимание и превратное понимание, оно отбросит нас с этого пути. О ком? О Парат Паракиле Шри, о Парабраме, о Хари, о Шри Хари, о Кришне. Мы не должны забывать о нем. Когда мы говорим что-то о нем, мы всегда должны помнить, что он Парат Паракилешвар, Парабрама, тот Верховный Господь, Хари Ананта, тот, чье влияние бесконечно, тот, кто обладает бесконечной силой, и те гопи, у них нет никаких представлений. У них нету татва гьяны, но такое настроение не действует на них, когда они находятся перед Кришной. Они не думают, что Кришна Парабрама. У них нет такого знания, поскольку если бы они думали так, то раса татва не могла бы существовать, она была бы осквернена этой Айшварья Бавой, поскольку Айшварьи не может быть на пути премы. И вот Кришна говорит, Айшварь — это такое благоговение. И вот Кришна говорит, если есть такая бава, и вот если есть Айшварья, значит, мы потеряем расу. В этом большая проблема. И вот хотя мы знаем, в Гопи-гите, например, говорится, really beautiful place. But still, those gopikas speaking, jayate adhikam janmana braja. Whenever you took birth in Braja Dham, и вот гопи говорят, когда ты родился во Врадже, вся красота, все великолепие, все богатство, все, вся природа, они начали ликовать, все реки, растения, цветы на деревьях, фрукты, все, что есть, оно ликовало, оно танцевало, чтобы они хотели что-то предложить тебе, они ждали твоего прихода. И вот гопи говорят, когда ты рождаешься, подобно тому, как Лакшми, она украшает весь мир. Он уже был, конечно, украшен, но врач, он уже всегда украшен, это не какое-то обычное место, но здесь даршаники говорят, они видят это таким образом, что все к явлению Кришны еще больше украшается и ликует. И вот сама природа, она прославляет врач. И выглядит, что Лакшми, она как-то скрыто украшает все. Лакшми — это олицетворение. Она, Лакшми нет во Вриндаване, там Радхарани вместо нее. Это просто сравнение такое дается, поскольку все Лакшми, все шакти, они исходят из лотосных стоп Радхарани. Дайта дикшитам
Dikshita, this way, very nice. This way they are going to pass Rima. And we'll have to think that they have no idea that Krishna is Parabrahma. If they are going to think that way, or Rasa Lila, Rasa, all contaminated, all finished. But it is written, Parikshit Maharaj speaking in front of, and Sukhdev Goswami speaking, Parikshit Maharaj speaking in front of Sukhdev Goswami. И вот Парикшит Махарадж говорит перед Шукадевом Госвами, о царь, Шукадев Госвами, он говорит, Кришнам видуху парам кантам ноту брахма таямуне гуна прабаху парамам гуна прабаху парамахасва ташам гуна дхиям катам. Actually, those gopikas, they are never going to think. Те гопи, они никогда не думают, что он Парабрахма, Парабрахилешвара. Они думают, что он наш возлюбленный. Мы любим его, Кришну. Они думают только так о нем. А если вы думаете, что это их невежество, то это неправильно. Но в гопи-гите я могу показать вам, что те гопи говорят, что Nakhalu Gopika Nandana Bhavan Akhila Dehina Mantur Atmadi. It is written, Gopika just speaking, if there и вот гопи говорят, если бы у них не было татвагьяны, как бы они говорили так. И Парикшит Махарадж говорит, если Гурудев, он, если бы они не смогли осознать, что Кришна Парабрахма Парабрахилешвара, властелин бесчисленных миров, но они думают по-другому. Они любят его как своего возлюбленного. Nandano Bhavan Akhila Dehina Antaratmadri. The Gopika, those Gopika speaking, you are surely not the son of Gopika. И вот гопи говорят, мы знаем наверняка, что ты не сын Яшоды, ты находишься внутри каждого в форме Параматмы. Akhila Dehina Mantaratmadri. Akhila, infinity jivas. Akhila, бесчисленные дживы. Inside their heart, you are sitting Akhila Dehina Mantaratmadri. You are watching everything. Paramatma watching everything. Paramatma, она видит все. И вопрос в том, если гопи, они проявляют такое настроение. Как Радхарани, она знает всю татву, татвагьяна, и она исходит из нее, но Вишвана Чакравартипад и Санатан Госвами также говорит, то, что хотя они знают, что Кришна – Верховный Господь, но их знание, оно равно незнанию, как это понять? И вот Вишвана Чакравати и Санатан Госвами говорят, что они знают, что Кришна – Верховный Господь, но их знание, оно равно незнанию. Но как это возможно? Как это? Такие противоположные вещи нет. Это с помощью Йога Майи это возможно. Это происходит по воле Йога Майи. Если Йога Майя бы не сделала так, то как лила бы происходила? Как было бы возможно для нас понять их? Йога Майя организует все таким образом, и те гопи, у них есть огромная любовь. А что за любовь? Никакая философия, ничто не может сравниться с этой любовью. Они сами пример своей такой
огромной любви, мы не можем найти никаких примеров того, как гопи любят Кришну. Если кто-то спросит, я должен могу его только привести в Раджа-дхаму и показать пример гопи, поскольку они сами пример для себя, никакой другой пример не может сравниться с этим. Та любовь, то служение, которое вы даете мне, так или иначе, если вы сможете жить так долго, как полубоги на небесах, столь долгое время, я все равно не смогу отплатить вам. Вы служите мне, игнорируя все ограничения этого общества, семейные ограничения, ваши обязательства общественные и прочее. Вы оставили это все и пришли ко мне. Вы никогда не думаете, что случится с вами, что если вы ушли из дома, что дальше случится. Вы просто пришли служить мне, как и так же, вот, например, с женами браманов в Ягипатне. Они когда пришли к Кришне, то Кришна поел все, что они принесли, и сказали, что сказал, возвращайтесь. Они были ошеломлены, как мы пришли сюда не для того, чтобы вернуться. И Кришна начал аргументы приводить им, чтобы они вернулись домой. Кришна всегда хочет проверить нас. Они сказали, наши мужья не примут нас. Они сказали, что если мы уйдем, чтобы мы не возвращались, и мы ушли. Но Кришна сказал, нет, вы идите, вы увидите, что ваши мужья примут вас, они не смогут отказаться от вас. И вот по воле Йога-майи так и произошло. Такая огромная любовь, это пример, мы не можем найти нигде. Даже частицу, даже секунда разлуки с Кришной, она может убить их. Настолько они любят Кришну, что не могут потерпеть даже секунды разлуки. Как они могут потерпеть? Как они могут находиться, если без Кришны? Как они могут жить без Кришны? Даже Яшода, когда она, когда Нанда и Акура, они обсуждали что-то. И вот ночью они обсуждали, почему Акура пришел. И вот тот сказал, царь Камса послал меня. Почему? Вот поэтому Яшода, когда услышала этот их разговор, поскольку в то время люди вели себя очень, как сказать, в общем, следовали всей морали, там женщина не могла присутствовать там, поэтому она мимо проходила, услышала. Сейчас такая европейская культура приходит в Индию, все оскверняет. Раньше было по-другому все. И даже саду не могут даже сейчас поддерживать должный стандарт. Только Яшода, она услышала, что Кришна уезжает в Матхуру, то все. Она упала без сознания от такой новости. И вот смотрите, какую огромную любовь, как можно ее сравнить с чем-то в этом мире. И вот они не могли даже потерпеть разлуки. If fraction of seven Krishna is out, they think they are in the
ocean of miseries. This kind of love is not a matter of philosophy. I cannot make any philosophy. It's not possible. Jasyanu raga lalitos mitavalgu mantra. Lolava loka parirambana rasa gushtam. Netahas mana chanamiba khanada vinatam. Gopaha kathamnu atitarem tamo durantam. By the laughing mood of Krishna, very, very nice discussion, sweet discussion Krishna used to do. This kind of topics of Rasa Goshtham, they can remember all the time. They can see Krishna. They feel that Krishna is there. One fraction of separation can put them in the ocean of misery. Даже секунда разлуки с Кришной, она погружает их в океан страданий. Они не могут потерпеть даже такую малую разлуку. И что же сказать больше? И вот те гопи Радхарани, они татвагьяни, они знают всю татву. Даже Кришна, он берет урок у Радхарани, он учится у Радхарани, и как я могу утверждать, что Радхарани не знает какой-то татвы. Йогамая организует все таким образом, что они знают всю татву и в то же самое время не знают. Если бы татвагьяна явилась в их сердце, то эта лила была бы невозможна, а поэтому они забыли ее. Для осуществления лилы нужна специальная обстановка, специальные чувства, и для этой раса лилы нужны какие-то неизбежные вещи, как, например, когда мы хотим войти в эту лилу, когда мы совершаем санкиртан, повторяем святые имена, и с помощью нама санкиртаны мы сможем обрести такое возвышенное чувство. И но перед этим мы должны не должны чувствовать, что Кришна, он Парабрахма. А если мы будем думать, что Кришна – Верховный Господь, то тогда никакого служения мы не сможем совершать. И это так. И мы обсуждаем с различных точек зрения, чтобы понять, что есть что. Мы должны быть очень искренне, мы должны избавиться от камы, мы должны контролировать наши органы чувств и ум. Это основа, что мы должны сделать. И потом через служение, через воспевание святых имен, без оскорблений мы можем достичь этого уровня. И если мы будем следовать гопи, то такое же чувство в сердце, как и у них, оно родится в нас. Как люди, например, если... И Кришна, он являет свою лилу как обычный человек, и... Но... Но когда мы вот начинаем входить на путь Расалилы, мы должны чувствовать, что Кришна, он наш возлюбленный. The conception of Brahma Jnana is there, how you can get rasa. So, А если мы будем знать, что Кришна, он изначальный Верховный Господь, то тогда мы не сможем относиться к Нему как с таким чувством, как к своему возлюбленному. И вот чтобы вкусить вкус лилы, мы должны чувствовать, что Кришна, как наш
такой возлюбленный, как обычный, такой же, как мы, выглядит, что он такой же, как мы внешне, если нет, то какая-то ашварья гьяна и еще что-то, какое-то знание осквернит нас, и расататвы тогда не получится. И вот Кришна играет на флейте, и все гопи согласно прежним этим, согласно своим обетам они пришли, и я хочу указание одно дать. Первое, может, несколько дней назад я вынужден был сказать об этом. Шукадев Госвами говорит, Шукадев Госвами о всем говорит. Бикшорантум манасчакре йога майя мупасрита. Бхагаван, Бхагаван Опи, this word, I was explaining. Бхагаван Опи, я объяснил это слово. Он, Supreme Lord, Верховный Господь Ананта, Бхагаван Опи, Тарати Шарат Пулла Маллика, or decorated night, very beautiful. Бикшо, after watching, манасчакре, he took decision. И вот он решил совершать лилу, которая очень великолепна, но йога майя упасы там, но с помощью йога майя. И та ночь была очень прекрасна, я не могу объяснить. Через вы, через процессе баджана вы сможете войти на путь баджана, во Вриндаван, попасть в Расастхали. И такое сухое сердце не сможет этого понять. Когда Кришна начал играть на флейте, и какое же великолепие, какое очарование этого звука. И вот Бхагаватам описывается, Шукадев Госвами говорит, Тадананга Вардханам, Баджастрияха, Кришна Грихита Манасаха, Аджагмур Анняанья Малакшита Уддамаха, Саджатро Канто Джавалавла Кундала. Нишамма Гитам, Кришна surely going to play on flute. И вот Кришна, он играет на флейте, и this not ordinary, you know, это необычная флейта, необычные звуки, это звук этой флейты, он усиливает каму в сердцах тех, кто слушает, но эта кама, она трансцендентна, она не относится к телу. Is going to put great effect into your heart. Камадев, он без физического тела, он, но он очень сильно влияет на наш, на наши сердца. Love of passion. И какой-то такой страсть какая-то возникает, которая может свести нас с ума. Баджастрияха Кришна грихита манасаха. They wanted to accept Krishna. И вот они хотели Krishna, принять Кришну, встретиться с Кришной. Аджагмур аннанна лакшита уддамаха. It's very secret meaning. Аджагмур, they already reached the place where Krishna playing on flute. И вот эти слова значат, что они пришли на то место, где Кришна играл на флейте, но они не могли встретиться с ним. Each and every gopi coming. Каждая гопи пришла скрыто. Each and everybody coming, each and every gopi coming, but they have no time to call. Но come, let us go. У них не было времени звать других гопи, чтобы они пришли. Они просто привлеклись звуком этой флейты и сразу же пошли, не зовя других. А все пришли, как кому надо. И вот настолько они были вдохновлены, настолько сильно они хотели встретить Кришну. They have the, all their personal effort. They are trying to come run, but nobody going to meet with call each other. With no time. They are so crazy. И вот они побежали на звук этой флейты, не позвав никого, поскольку они чувствовали, что без Кришны они умирают. Саджатру канто джавалу лукундала. They are all earring,
dancing, they're, you know, they're running, 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 and they're hearing dancing. They're hearing dancing, Javaloda Kundalamin, they're, you know, they're hearing dancing, oscillating, and they come the spot where Krishna is standing and playing on flutes, Yatra Kanto. И вот они пришли туда, где Кришна играл на флейте. И их эти сережки в ушах, они вибрировали в такт звуку Кришны. И почему это случилось, я объясню дальше, но не забывайте вот это слово. Бхагаванапи и Йогамая Упасарита. Вот это нужно запомнить, эти слова, и потом я объясню значение их. Но Кришна, он привел такой аргумент, когда они пришли и встретились с Кришной. Все гопи, они пришли. И Кришна, он хотел проверить их. If somebody going to do in our life, we can fail. Krishna going to test them to see their exclusive love. И вот Кришна хотел проверить их, чтобы увидеть их уникальную любовь. Кришна сказал: зачем вы пришли сюда? Shukadev Goswami говорит: Atmanam jara buddhyapi sangataha juhur gunamayam viho sadhya prakshina vandana who dushar bhaje those Gopikas, they couldn't get entry to come out. They all were locked inside. И вот те гопи, они не смогли, и те гопи, которые не смогли выйти из своих домов, были закрыты снаружи, которые. Арабдхо виниргамаха Кришнам тад бхавана юкта дадхюр милито лучанаха душаха прешто вираха Тибро тапо дхута шубха, дхяно прапта чута слешо небрита кхино мангала. They, when they're not going to get outlet, to go out, to run to Krishna, nobody going. И вот когда им не позволили встретиться с Кришной, не выпустили из домов, те гопи, они закрыли свои глаза, и что делать они? И вот они закрыли глаза, сели в такую позу медитационную, и они почувствовали горящее чувство в своем сердце, и сердце горело, как огонь. This kind of feeling of separation going to burn up all previous energy. И такое чувство разлуки. But we remember this kind of gopikas, they are sadhan siddha. They are already, they are not nitya siddha. For nitya siddha, why this is applicable? Not applicable. Dushaha prashta viraha tibra tapa dhuta asubha. All ashubha. И вот все ашубха, неблагоприятное, плохое, оно. И вот в медитации они отправились к Кришне, обняли Кришну, и все плохое, оно ушло. Они увидели, что Кришна также обнимает их, они почувствовали это прекрасное чувство. И сейчас кто-то может спросить об этических нормах, но будьте уверены, он Кришна, кто пребывает внутри сердца всех. So there should not be this question. They understand this question. И у нас вопросов не должно быть таких, поскольку это Параматма, Парахилеша Бхагаван, пребывающий в сердцах всех.
какой же его этический, моральный кодекс, это к нам с вами применимо, а к Бхагавану нет, поскольку вот это, в этой шлоке говорится, что хотя внешне мы можем найти, что вот какие-то гопи имеют мужа, и встречаться еще с кем-то, это не законно, но мораль, она не может находиться на их пути к Кришне. Но их Параматма, хотя они жили с чувством, что у нас муж, конечно, есть, но Кришна, он подлинный герой, и это неплохо, поскольку Tameva Paramatmanam Jara Buddhyapi Sangata. And this way, Juhur Gunamayam Deham Sadhya Prakshina Vandana. They are going, those who could not get an outlet for them, this is, you know. And those gopikas, they never wanted to feel. There was no such realization that Krishna is Parabrahma Parabrahma. Krishnam viduhu param kantam natu brahmatayamne. This part you should remember. One by one, this point you should remember. И вот мы должны помнить все это. И вот когда Бхагаван, он проверял их, собирался проверить всеми моральными качествами, всей моралью, он говорил различные аргументы. Вот Бхагаван говорил, и Кришна говорит: «Свагатам, о Махабхагавати, ты очень удачлива, сусвагатам, что я могу сделать для вас? Какова причина, по которой вы пришли сюда? Как ты позвал нас, и спрашивают, зачем мы пришли? Мы пришли ради тебя, и все, что мы можем сделать ради тебя. Браджасанамаям, качит брутагаманакаранам, from Брадждам, from your house. И вот из-за Брадждамы твоего дома, и вот мы пришли с Враджа все к тебе. А зачем пришли? Говори сам. Ты позвал нас, и мы пришли, ты играл на флейте, и мы не могли удержаться, чтобы не прийти. Кто может избежать влияния твоей вамшидвани? Кто может избежать ее влияния? И сейчас, позвав нас, ты спрашиваешь, чему мы пришли, разве ты не знаешь, мы пришли по твоему зову. И Кришна говорит: вокруг тьма, и все шакалы, тигры могут быть, как вы пришли тут в одиночку. Leopardo or jackal, they can come out. How you come? Pratiyata brajam neha steyam strivi sumadhama. So it is my suggestion that you should go back. Pratiyata brajam neha steyam. Here you should not stay. Вы не должны находиться здесь. Возвращайтесь назад. Это против вашей морали. Neha steyam strivi sumadhama. The women there, you know, they should not stay here in the night time. Especially you have your home and, you know, you have father, mother, father-in-law, you know, husband can be there. Mata raha, pita raha, putra, bhata raha, patayaschava. Vichinvanti, they are going to search you. Where you are? They are going to search you. Vichinvanti hi apasanto ma Kridham Bandhu Satrasam. They are going to feel tension, well gone. They cannot find you. They can feel problem, so better you can go away.
И вот Кришна говорил, что вам хорошо бы вернуться назад, а не находиться здесь. И также гопи не отвечали ничего, Кришна может обмануть нас или как-то лицемерно вести себя, что делаете. Кришна вот аргументы приводил, что смотрите, для жен это обязанность жен служить мужу. Вот в этой шлоке говорится, жена должна служить мужу всем сердцем, без всякого лицемерия. А зачем вы пришли сюда? Это против морали. У вас есть мужья, вы пришли ко мне. И вот это обязанность домашней жены служить мужу и его родственникам и друзьям, родителям, друзьям, братьям, сватьям и прочим. И вы пришли сюда, это плохо, а ваши мужья, они бесполезны, что не смогли остановить вас. И даже если ваши мужья инвалиды, старые, больные, сумасшедшие, все равно служить им нужно. То есть имеется в виду, что если эти мужья не грешники, то если просто плохо выглядят, больные, неудачливые, старые, или еще что-то, но не грешники, то им нужно служить. Если бедные, тоже служить надо. Но муж, значит муж. А если вы оставляете вашего мужа, то это большая проблема в этом мире, и в следующем рождении не будет у вас ничего хорошего. It is very, very sinful. Это очень грешно. О, васварагам, о, джасасванча, фалгу кричам бхаявахам. The result consequent is very bad. И последствия этого очень плохие. Джугупситам ча сарватро оупапаттам пуластрия. Если есть муж, а вы стремитесь к какому-то другому мужчине, то это очень плохо. Люди будут критиковать вас. Везде. Если у вас есть муж, а вы пошли к какому-то другому мужчине, то это плохо. И таким образом Кришна, он приводит аргументы один за одним, чтобы проверить их. Кришна сказал, что хорошо, если вы любите меня, если вообще сердцем любите меня, то вы можете любить меня, живя у себя дома. А если вы придете ко мне непосредственно, если вы услышите обо мне, увидите меня, и вот если вы придете ко мне, вы пришли, но лучше, если вы будете находиться вдалеке и слушать обо мне, а если вы хотите видеть меня, медитировать на меня, говорить обо мне, воспевать мою славу,
это даст вам силу, большую силу, поскольку Вираха и Милан встреча и разлука. Без разлуки Милан встреча не может стать успешной. Если Вираха разлука, то эта разлука может увеличить многократно радость встречи, и поэтому Вираха разлука очень важна, чувство разлуки. А если вы находитесь рядом со мной, то, ну, чтобы эта разлука и сладость встречи была более велика, вы должны жить подаль от меня. И вот эти гопи сказали: ты не должен так говорить. Подумай о нас. Смотри, как мы живем. И сейчас ты говоришь таким образом. Майвам вибо арахати бхаванагадитум нисанксам сантяджа сарва вишаян става падамуля. Are you feeling, no? Сарва дхармана паритяджа this slope, topmost way. That, you know, top, the topmost application you can find here. И вот наивысшее применение этой шлоки можно найти здесь, в случае с гопи. Майвам вибо арахати бхаванагадитум нисанксам. This way, like cruel. Мы не должны говорить как какие-то жестокие люди. Мы оставили все. У нас нет связи. И мы пришли сюда. И эти гопи, они дают нам такой урок. Если вы, если есть... То есть, если мы пришли с обратным билетом, то наш приход к Кришне таким образом не успешен. Мы пришли сюда, к твоим лотосным стопам, оставив все у нас. И вот мы сожгли все мосты за собой, нам некуда возвращаться. Таджас ману дево ята адипурушо бхажето мумукшано. They are giving argument. И вот они аргумент такой приводят, как адипуруш нараян, когда кто-то совершает баджан ему нараян, он не отказывается от такого. А эти гопи, они не знают, что Кришна, он нараян, нараян. Если бы они знали, почему они говорят так. Мы любим тебя, мы хотим служить тебе, мы твои преданные. Не оставляй нас, как Адипуруш. Он и как если Верховный Господь, Он забирает своих преданных, то почему ты не забираешь нас? Поскольку из-за... Если ты зовешь нас, ты играешь на флейте, этот звук флейты, он ответственен за то, что мы пришли к тебе, оставив свои дома. Ты даешь нам столько советов о логике, о морали, что нужно делать, что не нужно. Советы даешь, что не нужно дома оставлять, служение мужу оставлять не нужно, но столько советов ты даешь нам. Но мы хотим вернуть их тебе, эти твои советы, оставив себе. Yat patto patto sridam anubhriti rango srinam sadharma iti dharma vira tayoktam iva dharma vidam. Ты дарма видам, и вот Парикшит Махарадж. Кар дхармо карта виракшита. Ива да, you know, Парикшит Махарадж putting this question. И вот Парикшит Махарадж задает такой вопрос, и Парикшит Махарадж. И здесь гопи говорят, ты говоришь о дхарме,
о дхарме, разные советы дает, что хорошее, плохое, моральное, аморальное. We don't put all your advice there. We have no time to, you know, pass any job. We have no time. We get lost in you. Но у нас нет времени всем этим заниматься. Мы потерялись в тебе. In you. At all, why you are going to call us? Зачем ты вообще позвал нас? Why you are calling us? Actually, we were there at our home. Мы были дома, занимались своей домашней работой. Читтам сукхена бхавата апаритам. You are going to steal our mind. А ты украл наш ум, Враджа Праситам, Наванита Чурам. Ты украл наш ум. Если не было бы ума, как мы готовили, работали, Радхарани не могла бы готовить как следует, если бы так постоянно думала непрерывно о Кришне. Когда Радхарани идет готовить, и вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, иногда Радхарани готовит и так украдкой смотрит на Кришну, поэтому она ходит готовить ему, и ты ответственен за это. Ты позвал нас. Зачем ты позвал нас? И мы пришли. Мы были в своих домах, оставили свои дома. И как мы сейчас вернемся, поскольку наш ум украден тобой? И вот сейчас мы не можем ногу даже на дюйм подвинуть. Ты говоришь, возвращайтесь, это хорошо для вас, но как мы можем уйти? Наши ноги не двигаются. Мы достигли твоих лотосных стоп, и мы не можем двигаться дальше. Если ты пошлешь нас туда, что мы будем думать, что делать? Если мы вернемся назад, что мы там будем делать, поскольку наш ум украден тобою? И вот они плакали и говорили, приводили один за одним аргументы. И после этого те гопи сказали, это очень чувствительная тема во всей Вселенной. Кто та женщина, которая не может не почувствовать привлечение к тебе, услышав твою славу? Кто? Кто может удержаться? Мы хотим стать твоими служанками. Это не какие-то материальные вещи, это очень высокая тема. Шрила Прабхупад очень часто повторял эти несколько шлок. Но когда Шрила Прабхупад объяснял, то чтобы очень аккуратно, чтобы никто не почувствовал никакого вожделения, даже наши гурвага, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Кешава Махарадж, они были очень осторожны, чтобы под именем Рагануга Баджана никто не попал в ад. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит о Расалиле. Он говорит какому-то Махараджу, я не делаю Джулан-ятру на показ. Я прочту это из статьи. Вот Шрила Махарадж написал статью, что
ангелы ступить боятся туда, куда... В общем, ангелы боятся ступить туда, куда суются демоны. И как-то так перевод. На русском чуть по-другому, не помню, но суть та же. И вот Шрила Сидхартха Госвами Махарадж говорит. Мы следуем Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такуру Прабхупаду, моему Гурудеву. У меня нет никакого индивидуального личного желания, а все, что сказал Гурудев, я должен следовать этому полностью и ничего больше и ничего меньше. И для нас такое строгое поведение, которое он показал, и мы также должны делать так, особенно я. At so many other places, во многих других местах делают какую-то расалилу и джуланьятру, но я никогда не занимался этим. Следует тому, что есть правда в моем понимании, в понимании воли моего Гурудева и его слов. Я никогда не делал джуланьятру на показ или какие-то части из расалил. Я нахожу, что в моем сердце, что это не то, что хотел мой Гурудев. Это написал Шрила Сидхартха Госвами Махарадж. Но во многих матхах я видел сейчас, я слышал также, что они делают эту джуланьятру, но я воздерживаюсь от такой показухи. Джуланьята Расалила, она очень возвышена для нас. Я думаю так. Я должен быть правдив, слыша слова моего Гурудева. Если я хочу осознать мое подлинное положение, и я не хочу делать что-то на показ или привлекать людей какими-то дешевыми явлениями. Какие-то люди могут стремиться к славе, заниматься какой-то дешевой проповедью, но я не хочу быть популярным и не хочу прослыть как какой-то ачарья, я просто смиренный ученик. Я считаю себя учеником моего, верным учеником моего Гурудева, и то, что слышал от моего Гурудева, я пытаюсь следовать этому наилучшим образом, чтобы мое положение было таково, как я услышал от него, и я не хочу that in any way to suit my purpose. Отклоняться от моей цели. I try not to do that. Я не пытаюсь делать этого, конечно, для какой-то пропаганды. Люди могут делать так или иначе, как они считают нужным, поскольку каждый делает так, как он хочет, нет никого, кто бы их контролировал. Но я не собираюсь заниматься этим. Я просто пытаюсь вести себя согласно желанию моего Гуру Падпадмы. И также я знаю, когда наш Кришнадас Бабаджи Махарадж, он великий преданный, он совершал лила киртаны в матхи иногда. И тогда Сидхартха Госвами Махарадж недоволен был им и выгонял его.
Здесь много людей разного уровня, кто-то превратно может понять, поэтому лучше не петь его. Кришнадас Бабаджи Махарадж ушел из Матха, вечером пришел и поклонился Шридхарадев Госвами Махараджу. Тот сказал, выгнал тебя. Вот, да, я ушел, но вот вернулся. Ну, вы выгнали меня, но не сказали не возвращаться. Вот я ушел на пару часов и вернулся. Вот я вспомнил, что вы не говорили мне, чтобы я не возвращался, поэтому я вернулся. Вот смотрите, такие великие преданные, они как просты, как дети, поэтому они так возвышены. И вот таким образом Парампуджа Падшила Шридхарадев Госвами Махарадж, он дал нам такой урок, и мы не должны нарушать свои правила и принципы, чтобы стремиться к какой-то славе. Я не могу ожидать, что эту харикатху будут слышать тысячи людей. И вот гопи не хотят обрести дасью. Бикшалака притамукам, тавакундаласи кандасталадхарам, судхам, хаситавалукам, датта ваянчо, бхуджаданда джукам, милакчо, бикшо, сриайкараманчо, бабамадашчо. Or we want to become mentor. We want to get seva of that Nandanandan Krishna Madan Mohan. А мы хотим обрести служение Нанданандану Кришне, Мадана Махану. Нет никакой гопи, никакой женщины в этом мире, которая могла бы не стремиться к тебе. Вот во время Рай Рамананда Самвата я говорил об этом. Who is there such, you know, woman? И кто же есть? Who can stop? Кто может кто может сдержаться от того, чтобы не привлечься к Кришне, который настолько великолепно играет на своей флейте, и те, кто слышат его звук его флейты, они чувствуют непреодолимое желание встретиться с ним. Он подобен трансцендентному Камадеву. We feel tremendous karma inside heart, burning. We cannot stop. Irresistible pressure coming inside heart to run to you, to meet you, to embrace you. Kastri angate kalapadayata murchitena sanmahita charja charitak chalitne. Who is going to maintain? И кто же the morality, stability, будет поддерживать моральность, человечность и прочие какие-то эти качество, все под из-за влияния Кришны. Те, кто слышали звук флейты Кришны, они настолько привлечены им, что ничто не может удержать их. Ачарья Чари, значит, великие качества. There is so high sensitivity. Nobody should break any rules and regulation. Very sensitive, you know, this society. Sanmahita Acharya, we know what. Who is not going to break down? Who is not going to break down after hearing your sweet tune? И вот те, кто услышит прекрасный звук флейты Кришны, кто же не привлечется этим, могут быть какие-то преграды, но они бесполезны.
на пути к Кришне во всех трех мирах. Если хотя бы одна женщина, которая может проигнорировать влечение к Кришне. This kind of beautiful, you know, и вот такая красота. Things, you know. Krishna, Krishna, full of rasa, полон расы. You know, those were cows, и корова, deer, олени, birds and breeze, птицы, trees, растения, кустарники, деревья, все они. Feel some ecstatic feeling. Чувствует какое-то великолепное чувство. Трилокка сувага, трилок жанок прио, асаран сандарджо. It's kind of tremendous attraction. Your looking, your love, your sight, your playing on flutes, your tune of, you are playing on flutes. Who can avoid impossible? И кто может избежать такого огромного влечения к Кришне? Это невозможно, если кто-то спросит. Какова великая удача и наивеличайшая удача слышать Кришну, прийти к Кришне. И когда мы придем к Кришне, какое дело нам до какой-то морали? Кастриянгате калпадайя тамурчитена санмахита ачарджа чаритатна чалитрилокчам. Трайлокка саувхагамидам ча нирикша рупам, ядго дриджо друмамага пулаканна вибрам. All, everybody, even trees, все, даже деревья, животные, I mean, эти олени, коровы, они чувствуют какое-то необычное чувство, не могут объяснить. Глубокое чувство они чувствуют. И мы должны помнить, что такое раса. To understand, you will have чтобы to понять, мы должны помнить это все. Я уже сказал в начале, сказал, мы должны помнить то, что Бхагаван Апи. Мы должны помнить вот это слово, слова Бхагаван Апи. Бхагаван Апи. Бхагаван Апи. He's going to take. He's going to do lila by the help of yoga maya. И вот кто-то вот он совершает лилу с помощью йога майя. И Шукадев Госвами он going to speak. Говорит. Шукадев Госвами going to speak in a very scientific way. Очень научным образом. Когда все гопи, они плачут и плачут. Почему ты зовешь нас? Мы не можем вернуться. И каково наше состояние? Пожалуйста, смотри, как мы можем вернуться назад. Подумай об этом. Шукадев Госвами, он описал это, когда Кришна, он Йогешвар Махадев, он властелин всех йогов. И как Махадев, он тоже попал под влияние Камадева. Йогешвар, он Камджайи. Он тот, кто победил вожделение и смерть, но все же. Камадев говорит, я not that he was successful. He wanted to burn me up, okay, it's good. But I was also successful. И вот этот Шива хотел сжечь. Шива хотел сжечь Камадева, поскольку тот нарушил его медитацию, но
Этот Камадев считает себя успешным, поскольку смог нарушить медитацию Шивы, но то, что его сожгли за это, расчет не принимает. И вот Пракрита Камадев, он выражает свое эго и ждет, как придет Кришна. И вот вчера я сказал, когда все гопи пришли, и Мадан Мохан, он явил свой прекрасный образ всем, и в итоге он кинул стрелу Камы. И как... Krishna, he fall down. А когда тот смотрит на Кришну, тот падает без сознания, настолько все прекрасно. И вот он начал сожалеть. Он пал на землю, и если я смогу обрести ту великую удачу, что обрели гопи, я могу прийти к Кришне. Но сейчас я не могу. И вот Шукадев Госвами говорит, когда те гопи сокрушались, они говорили, что у нас нет другого пути, ты можешь взять нас или отказаться от нас. Он наш Пранешвар, наш Господь нашей жизни. All inside the heart, you are sitting, nobody else. Ты находишься внутри нашего сердца, Шукадев Госвами говорит. Будьте осторожны, смотрите, слушайте каждое слово. И вот Кришна смотрит и говорит. Wanted to play duplicitous role, but after that, when they are crying, this way, very painful situation. Sukhdev Goswami speaking, iti viklavitam tasam surtya. This kind of painful situation, and what they are speaking is very painful. Then Yogeshwareshwara. His word is very important, Yogeshwar. И вот это слово Йогешва Махадев очень важно. Любой йоги риши, любой господин йоги — это Кришна. И вот те, кто йоги, они парам йоги Кришна. И вот с улыбающимся настроением он... И вот Шукадев Госвами сказал. Прахасса садаям гопи ратма рамо йопи арирама. This word, very careful. Йогесвареśвара. After that, I already told this word, you should not forget. Bhagavan Opi, this word, make it in a diary note. Bhagavan Opi is very important. Yogamaya Upasritaha. Bhagavan Opi, also, Bhagavan also, Nastak, fine. Yogamaya Upasritaha, this word. After that, I told that Gopikas, they couldn't realize that и вот потом я сказал, что гопи, они не смогли понять, что он Парабрахма. Это тоже важно. Он Парабрахма, но они не осознали этого, иначе лила не смогла бы начаться. И после этого о Кришне сказано, что он этот властелин всех йогов, мы не должны забывать об этом. И следующее. Gopi Ratma Ramo Opi Oridamat. He is Atmaram. Он Атмарам. Prahasa Sadayam, you know, Iti Biklavitam Tasam Srutya Yogeshwareshwaraha Prahasa Sadayam Gopi Ratma Ramo Yopi Oridamat. Is very important. He is Atmaram. Он Атмарам, но все же. Still, he is Atmaram, no doubt. Нет никаких сомнений в этом. Гопи Ратма Рамо Опи Арирамат. Still he started playing.
он начал являть такие лилы. Я вчера говорил, атмарам, им ничто не нужно. Атмарам значит атмани. Внутри атмы они полностью удовлетворены. И они не придают значения тому, что приходит снаружи. Каково значение вот этого состояния атмарам, те, кто черпает радость в душе, внутри себя. И им не нужны какие-то посторонние внешние вещи. И в Гите, я надеюсь, вы изучали Бхагавад-гиту, а если не изучали, то... Нужно изучать. Под руководством чистой Гуру Вайшнава, что говорить о Кришне, даже обычные риши муни, им это ничего не нужно. Шукадева Госвами, что нужно? Он самодостаточен, он не просит ничего. В то время как мы знаем, атмарам, любые риши муни, саду, муни риши, им ничто не нужно. Мы знаем, что наслаждение приходит от соприкосновения органов чувств с их объектами наслаждения, но атмарам, он самодостаточен, что же ему надо? Ему не нужно наслаждаться чем-то снаружи, он черпает радость в себе. И вот в Гите Бхагаван говорит, Gita, Bhagavan going to speak. Jastu atmarati reva svad atmatriptascha manavaha atmani eva cha santushtaha tasya karyam navidyate. In Gita, Bhagavan speaking. Gita, Bhagavan говорит. Jastu atmarati reva svad atmatriptascha manavaha. Те, кто самодостаточны, те, кто черпают радость внутри себя, те, кто самодостаточны, автоматически. Атмани эва ча сантуштасья кардьям на виддате. They have nothing to do because they are satisfied. Им они самодостаточны, им ничто больше не нужно. Whereas for в то время как атмарам, риши муни, we can apply this point. Why we forget that he is? Если мы можем применять этот термин к риши муни, то почему забываем, что сам Верховный Господь, властелин всех и всего, почему он не может быть самодостаточным? И вот атмарам апи, это тоже важный термин. Атмарам тот, он атмарам, но все же ему не нужно никаких посторонних внешних вещей. Но почему он являет такую лилу, я могу ответить. Мы должны помнить это, и вот кто-то может сказать, что нет, нет, такая раса лила не может быть здесь, если кто-то внешне... Но кто-то думает, что раса лила нечто скверное, или раса лила встреча параматмы с дживатмой, это тоже неправильно. Какие-то люди не могут прекратить говорить всякую ересь. Кто-то говорит, что Кришна был очень мал в то время, что за расу они могли совершать, они были малы еще. Или еще какие-то комментарии, кто-то говорит, всякие майвади и прочие бесполезные люди, они хотят как-то принизить, уменьшить Кришну и его силу. Они не понимают, кто такой Кришна, Бхагават-таттвы нет в их сердце.
И вот какие-то ачарьи, я писал об этом, никто не... Вот какой-то человек написал, какой-то юрист, много томов, оскорбили Гурваргу нашу. Даже и какой-то... How they speak like that, and there is no response, all background broken. Ну, вообще Махарадж говорит, что не нашлось никого, кто мог бы возразить. Всякие люди, находящиеся на постах ачарьи, они ведут себя как какие-то беспозвоночные, которые не могут даже возразить на такое открытое оскорбление. И вот тогда Инчарадж Читания Гауди Матха, Бхакти Ракшак Нараян Махарадж, он позвал меня однажды, рассказал, что вот последние лет 40 вот пишут такую ересь в своих книгах, мы должны как-то достойный ответ дать. Я спросил, что же вы хотите, мне попросил меня по милости Шрилы Мадхава Госвами Махараджа написать что-то. Я очень жестко ответил на их вызов. Они хотели даже убить меня. Еще какой-то человек писал, что у Нитянанды не две жены была, одна, а вторая была ученицей. Но это ересь, я опроверг это также. И этот человек много книг написал, всякие ложные свидетельства приводил, но по милости Шилы Прабхупады и Гурваги я разрушил его сиддханту. И эта ситуация сейчас такова. Мы все цари в своем собственном этом царстве, как Рабиндранат Тагор, он написал такие слова, что мы все, каждый царь в своем царстве. Кто может отругать нас? Каждый считает себя царем в своем царстве. И вот никто не контролирует нас, что же делать. И вот, чтобы ответить на все это обязанность подлинного ачарьи. И Бхарати Махарадж сказал, да, и Шрила Прабхупада также говорил, но никто не отвечает. Считают, что они возвышенные вайшнавы, не нужно никого критиковать, и даже таких прямые оскорбления и ересь они не могут даже ответить, но это глупо, и мы не должны забывать. И вот этот Гопинатх, он Атмарам, и все же он был вынужден совершать эту лилу. He thought it necessary to do lila, anugrahaya bhutanam, to give facility to extreme facility, that this kind of opportunity in your life waiting. Oh, baddha jiva, oh, dirty jiva. Oh, baddha jiva, это великая удача ждет тебя. Можешь ли ты? Can you take this kind of opportunity to reach up to that point? Взять эту возможность, чтобы достичь того уровня, и тогда ты обретешь великое сокровище, которое ждет тебя. Я жду, чтобы даровать это тебе. Что такое Унанта Уджвала Раса? Savakti Sriyam, Savakti, the way Chaitanya wanted to do bhajan, so то, как Шри Чайтанья Махапрабху хотел совершать баджан, как достичь того уровня, это все очень возвышено. Unnato Jalarasam, Savakti Sriyam,
to distribute Gauranga Mahaprabhu, that Krishna came to help us. И Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел, чтобы помочь нам достичь того великого положения, но в этом мире люди очень ограничены, думают только о своем теле и о своем материальном уме, и не могут выбраться из этой концепции. Их положение, такое состояние очень плачевное. Они стремятся только к наслаждению, и как они могут достичь Шараганога или Рупануга Баджана, это не шутки. Когда кто-то говорит, что нет, Кришна был очень мал, что просто и так, игра какая-то детская была. Как можно такие замечания делать? Как они смеют говорить такие низменные вещи о Кришне? Если бы они вообще пытались понять эту Расалилу под руководством чистой Гуру Вайшнавов, то тогда они не чувствовали бы никакого вожделения. Было бы стыдно, что думали таким скверным образом. И такой, и они бы думали, что такое великое сокровище ждет нас, а мы так неправильно думали. Мы должны понять, что говорится там. Когда Расалила началась на берегу Ямуны, и после этого что случилось? Между двумя гопи был Кришна. Ананда чинмая раса пратибхавита виставирья ева нижарупаттая калави. Don't forget this slok from Brahma Samhita. И вот мы не должны забывать эту шлоку из Брахма Самхиты. Почему Махапрабху? Он наивысший, наилучший саньяси. Он верховный Господь, но все же он слушал о этих сокровенных вещах, об этой расататве. Bhagavan wanted to give, but all people, they are dirty. Their mind. Maharaj, it is not childish play. Why you are going to take this way? Why you think it is childish play? И почему кто-то думает, что Лила Кришна просто какие-то детские забавы? И как они, такие люди, могут осознать расу? И вот говорится, что Кришна, он танцует, являет свою лилу с гопи, это не какие-то танцы. Кришна джива, она может обрести величайшую возможность. И говорятся такие слова. Ниби станал саналаванам нармаса накхаграпати. It is written. И вот здесь говорится, я не хочу объяснять, но говорится так. Embracing everything, kissing everything there. But so what? You think it dirty? Everything there. But so what? It's Парат-Паракилешвар. Верховный Господь, он Парат-Паракилешвар, и не может быть ничего, что было бы скверное, что он делал. То все, что он делает, это не имеет никакого отношения, никакой морали. You can misunderstand, foolish. This way,
И вот таким образом мы очень аккуратно, осторожно должны понять, что такое раса лила с различных углов, точек зрения мы должны понять, пытаться понять, почувствовать, чтобы никогда. Не смогли превратно понять Кришну, когда Радхарани, она связующая сила Расалила, и вот когда она ушла. Она подумала, что они следуют мне каждый день, но сейчас наслаждаются отдельно от меня, но я не могу находиться здесь. И как они служили Кришне под моим руководством, а сейчас забыли меня, и поэтому я уйду отсюда. Это было чувство мана. Мана — это такое скрученная форма любви. Такая сладкая ревность. И когда Радхарани ушла, то Кришна, он не смог найти ее и пошел искать ее, и вся Расалила так развалилась, расстроилась. И вот они искали Радхарани и Кришну, ходили из леса в лес, были буквально на волоске от смерти. Рура-бхава. Гопи, они ходили здесь и там, искали Кришну. И вот Кришна, он жизнь бесконечных браман. Кришна, он жизнь бесчисленных браман, а мы критикуем Кришну. Насколько глупо это. Кришна, он жизнь бесконечных браман. Все это Адвайян Татва. But inside Advaita there is so much diversity, diversity in unity, unity in diversity. И вот есть разнообразие в единстве, единство в разнообразии. Когда Кришна и гопи, они ходили с одного леса в другой, плакали, звали Радхарани, где же она? И иногда они встречали Туласи. Туласи очень дорога Кришне. Они спрашивали оленя: «О, олень, видел ли ты Кришну? Твоя бхава, твое чувство говорит о том, что ты видел Кришну. Где же Кришна?» И вот Шукадев Госвами в итоге пишет, написал такой стих. Iti gopaha pralayantaha pralapantascha cittadhar rurudu susvaram rajan Krishna darsana lalasaha tasam aviravi chauri smayamanam khambajaha pitambaradharaha sagvi shakshat manmatman. Those gopis, they are crying. И вот те гопи, они плачут. You show your lotus feet. Кришна, о Господь, покажи свои лотосные стопы. И таким образом Санатан Госвами пишет: и вот эти слова, которые произнес Санатана Госвами, это чувство Радхарани, прямое чувство Радхарани. И после этого а последняя часть — это чувство Радхарани.
И после этого, вот на сегодня я хочу закончить, завтра я продолжу объяснять. И вот эту шлоку завтра буду объяснять, завтра. Сесукувача, Сукдев Госвами speaking. Ити гоппо прагаянтаха пралапантасча читтадха. Руруду сусварам раджан кишна даршан лаласаха. Тасама вираву чаурихи смайамана мукамбаяха. Питамбара дараха сагви шакшат манмата манмата. Ванча калпадарвасики басинду бхавачо. Патитанам павуне бхо вишнави бхо намо намо.